Дефекационер. Большое спасибо за... Вот так называется исполнитель. Сейчас я эту залупу закрою здесь. Первый трек. Короче, красиво не получится никакой есть. Ладно, забиваем хер. Это Black. И он довольно роу. Сырой. Вот это адская дрочильня. Вот, вот это именно вот, вот она, да. Сладж это такая, типа, это скорее, знаешь, это... Приятный передёрг, скорее, вот так. Вот это адская дрочильня. Last FM вообще говорит прогрессив метал, black metal. Ну да не, ну залупа, ну тут. Я просто хз, как конкретизировать какой-то black просто. Но не самый какой-то там обычный или чистый. Хардкор-панкового, ну и в целом, то есть панкового, именно тут характер звука все, ну, шумное все, типа, с фидбэками какими-то, с грязью. Это панковая тоже история. Да и, как мне кажется, даже и блэсбиты здесь такие, то есть постоянная скорость вот эта быстрая. То есть будет здесь чуть-чуть другой звук, такой вот прям точно такие же аккорды, такие же вот все партии можно было бы оставить, был бы хардкор партия. Вот там. Поэтому это... Бля, ну это... Ну это не грайндкор и не брутал даже, да, типа, блядь, я... Это тоже типа смесь. А, это дэт вообще, что я говорю, блядь. Это по сути как хардкор с дэтом, это... Либо гринда, либо там брутал дэт, короче. А это, блядь... Хардкор с блэком, короче, хз. Метал, блядь. Ты, блядь. Jackson Cadenza спасибо тоже тебе за присутствие. Мое почтение, чё. И тоже хорошего дня, естественно. Хорим на вжды. Ебать. Ну, как будто... Че, горим заживо, наверное, значит. Ну, мне так кажется. Че, я знаю, как...
да, наверное, типа... Мне кажется, это вот R с козявкой значит, что типа будет мягко, но что-то... Ну, Z с козявкой и G точно должна быть. Хотя хз. Школа ремонта, да. И должен быть ролик на канале. В целом это влыкуха, но... Здесь очень много адской дрочильни. Сокол меняет... Бля, мне теперь стыдно, что я не додумался, да? До этой шутки. Сергей Сокол меняет пол. Да не, ну как бы, ну может и очевидно, но блин, смешно. Не верил в тот раз. Бля, хорошо забывать шутки старые. Не, очевидная, но забавная шутка, конечно, да, позору нами. Очень грязная блэкуха, короче. Чё, по очереди? В принципе, почти сделали ее. На самом деле, надо будет оффнуть жёстко. Да, опять на киви я просрал, точно. Очки супер, спасибо. Здесь 8 минут, но типа в целом трек, ну... Скорее по кайфу послушать. То есть 8 минут пролетели не так незаметно, да, как с прошлым треком, 10. Но в целом... Блядь, уже и кайфу. Но в целом, ну, типа, мне по кайфу, то есть мне за такое звучание в целом по душе, я лоу-файную музыку слушаю немало. Но... Ну, в целом, вот он, видишь, он идет одной колбасой такой, плюс-минус вот все. Одна колбаса, но в которой, да, постоянно происходят какие-то суперинтересные там сбивки, чуть-чуть меняется, может быть, и... Конкретно, что за риф идет, там, или скорость еще. Типа, вроде происходит интересное, но... Ну, тоже, типа, вот... Наверное, что-то вот с самой даже гитарой просто на вкус не очень нравится. Типа она прям... Вот опять вот это, да? Ну что-то да, что-то да. Такое. Долго.
чуть... Вроде он 8 минут длится, ощущается чуть-чуть длиннее, типа. Но я бы не сказал, что он прям вот... Что его мучительно долго слушать. Ну, типа, нормально, да. Да. Пытаюсь, не знаю, послушать что-то, может, еще сейчас услышу, что-то еще хоть сказать вообще про это. Реально. Ну, слишком одно и то же, типа, вот тут все равно. Какой-то красной нитью через весь трек все равно идет вот какая-то вот одна и та же. Типа. Это вот нота. Ну, типа, из-за этого не супер интересно слушается, как будто вот так.